Я грезил этой историей с детства. Золото Магеллана. Эти сокровища так и не нашли. Там миллиардов на 5. Когда приступим? Вот, вставь это ухо. Алло? Алло? Я тебя слышу, я сижу рядом. Твой брат считал, что тут есть еще что-то. Вы что, знакомы с сыном? Что еще ты мне не сказал? Ты сам не знаешь, с кем связался. Золи, скорей! Нужно больше времени, чем я думал. Делим все поровну, так? Поровну 10%. И оцени мою щедрость. Да уж. Надо найти парашюты. Зачем? Как еще сойти с летящего самолета? О, боже! О, боже! Простите! Да ладно! 500 лет назад мои предки нашли величайшие сокровища, но их предали. Столько крови. Ты молодчина. Еще не все. Малыш, ты все еще здесь? На части! Окошко-то на что? Это для тебя. Что? А ты все время грустный какой-то? Не-не-не, я ее не оставлю.